В общем, мы уже в машине, Икея перед нами, и хотим поделиться с вами своим неудовлетворением. В общем, поразило все. Я не помню, как это было первый раз, когда... Мне очень не понравились работники магазина. Мне не понравился магазин. Все на экзит, потому что перед входом стоит такая здоровая фигня. Нет, мы еще в лифт сели, блин. Мы сели в лифт. Это очень удобно. Ходишь вот так по винту. Ужасное освещение. Вот стул, который нам нужен. Честно, розовенький. Посмотрите на этого человека, который носит розовые очки. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И сегодня мы идем в магазин, который называется IKEA по-русски. Или как, дети? IKEA. IKEA – это типа правильно. IKEA. По-английски. Чего идея? IKEA – это как IKEA. Ну, в общем, вы поняли. Для нас она всегда будет IKEA, а дети не будут знать, что это такое. Короче, идем потусоваться. По ходу расскажем. Мы идем с конкретными целями. Нам нужен компьютерный стул. Новую... Сушка для посуды мы хотим посмотреть, потому что мы какую-то купили, но, возможно, мы увидим что-то другое. И короче, нам нужны мебельные, обувные тумбочки нам нужны. Короче, будем смотреть по ходу что-то, показывать цены. Сами посмотрим, что есть. В этом магазине мы были... Один раз, лет 5 назад. Саша, держись возле деток или за... Чуть-чуть меньше, когда приехали, посещали его как-то. Ну и вот сходим еще раз вместе с вами. Ну, вот мы и попали, собственно, в магазин. Что-то везде навалено, набросано. Надо в нем как-то начать ориентироваться. Как мы найдем что-то? Я не знаю. Вон я вижу, кстати, сушилки, которые мы когда-то хотели купить. Посмотри, может, увидишь свои такие вот, как ты хочешь эти вот. Вот они, зайка, лежат. Смотри. Зайка, а вот смотри, что такое 3,99? Yeah, so это вот этот вот ящик? А вот такой сколько? Ты такой хочешь? Я не знаю сколько. Что это? Это он с это ниток что, или с чего? Вот нет, это 15. Где ты видишь? Вот. Да. Как-то и не хочется. Нет, все равно хочется? Начинай копить. Ну, я еще хочу, знаешь, может быть, такой, который... А, я беру это. Без крышки это? Ну, как сделано, как будто с крышкой. Нам таких получается 4 надо, это 60 долларов. Хоть, угу. 60 долларов США? Да возьми в толстом кошельке. Так, мы куда-то идем, тут никто вообще не будет, какой-то склад. Ну, пойдемте спать. Мне кажется, нам нужно на второй этаж. Мне кажется, мы неправильно вошли. Пойдем поищем что-нибудь. Тут какие-то ковры. Надо найти какой-то выход. Короче, мне магазин вообще не нравится пока. Потому что в нем нифига не понятно. Мы почему-то против стрелок идем. В нем нужен какой-то или путеводитель на первое время, или какая-то карта, чтобы разобраться, как в нем ориентироваться. Он очень здоровый и очень бестолковый. Ну как это, на мой взгляд. Кто-то, может, в нем легко разбирается и понимает, но я пока в нем не могу разобраться. Так, короче, мы попали. Я пойду посмотрю картинку. Мы попали в какую-то картинную галерею. Меня заинтересовал вот этот вот постер. Такой типа какой-то старинный, 60-го года, офигеть можно. Смотри, какой постер красивый, 60-го года. А сейчас идем, покажу, какую красивую картину я увидел. Вообще как живая. Смотри,
как классно мост смотрится. Да. Такое впечатление, что он как настоящий, да? Ну, в общем, вот пока как-то так. Пока мы в каком-то... Так мы сейчас поднимемся. В общем, пока мы что-то ищем и пытаемся сориентироваться. Дети, держитесь за нами где-то, чтобы потом вас еще не пришлось искать. Короче, мы через ковры попали в какой-то декор. О! Все нормальные люди ехали на эскалаторе, а нам придется идти на лестнице. Короче, мы по лестнице попали в какой-то игрушечный отдел. Это что? Недомишка или недособачка? Белочка! Подожди, мы здесь приобретали белку? Да, которая сидит у нас под цветочком. Под каким она цветочком сидит? Я еще это давно не видел. Под ельником. Зай, ты так зависла, как будто ты за этими игрушками шла сюда. Возьми это маме. Супер, супер железная деревянная дорога. Смотри, какая интересная железная деревянная дорога, зайка. Я думала, IKEA только фарнитер, но okay. Это 9,99 что стоит? Один пазл? Я думаю, одна штучка это. Ну, так это ж во что она обойдется? Это сет. Вот то это одна большая. Там... Проще, наверное, ветку метро купить. Нет, наверное, подожди. $9 ты хочешь сказать, вот эта вот вся дорога? Ну, я ж не знаю. Да? Да нет, вряд ли. Что, Мюр? Здесь в смысле вообще-то сидеть? Нет, не Саша, это для маленького очень бэбика. Я могу там зайти? Не-не-не. Когда я получу дом и буду там одна. Катерина, я покатаю, я буду смотреть один в моем доме. Мы попали в игрушки, да, сейчас попали в детскую. Чтобы я туда сидеть, снизу снизу что за снизу этот весь. Ну смотри, какая низкая кровать интересная. Смотри, насколько она ниже нашей. Интересно смотрится, да? Спит как будто на полу первый, ну, нижний. Ну. Я хочу это обвешивать. А насколько наша выше? Или подожди, это просто из-за магазина, так, зайка? Как это получается? Мы можем ходить. Да. Короче, детям весело, они как будто попали в большую детскую комнату, где можно играться. Инсталляция из вешалок. Hunger Boomerang. Прикольно, так вешалка называется. Я и не знал. 6,49 за 8 штук. 5,49, вернее. 4,49 за 8. Короче, они разные.
Зайка, мы пойдем вперед, пойдем. Пошли, дети, со мной. Дети, дети. Ты будешь мамой? Пошли люстры посмотрим. Она, пошли вот сюда, пройдем. А, здесь не пройдем. Пошли тогда сюда. Сашка, не теряйся. Мир света. Смотри, Антош, какие интересные люстры. Мне вот это нравится, но я могу писать. А вот эту смотри. Открыться. Оп, и открылась. Класс. За $60. Она будет открываться и закрываться для вас. Давай, Антоша. Я боюсь. Не бойся. Пап, а она что, тебе будет закрывать? Ну, ты можешь ее открыть, закрыть. Видишь, такой светильник будет у тебя интересный. Но зачем тебе нужно закрыть? Ну, так, понимаешь, вот в темноте, представляешь, если ты ее закроешь, она будет чуть-чуть тебе давать подсветку в комнате. Антош, зайка, смотри, какая интересная. Эти две понравились? Они такой странный шадоу делают. И потом я говорю, мне вот это нравится. Пошли, мы там посмотрим. А вот здесь можно купить. Это можно купить на Алиэкспрессе вообще за копейки. Так что этим они нас не удивили. Ну вот всякие интересные, смотри, гирлянды, бабочки. Это не бабочки. Бабочки, говорю. Стрекозы. Драгонфлай? Да. Вот такие гирлянды очень модно вешать в Америке на... в местах, где пати, типа, под крышей, чтобы сидеть под ними вечером. Посмотрим. На что? Ага, тоже такая интересная. Короче, здесь всякие подсветки для кухни, всякие LED-ленты. Да? А это пошли всякие... А, класс, класс! Ты красавчик! Это пошли всякие торшеры, светильники и настольники. Все, а где тут компьютерные стулья? Ну, пока ищем. Пока мы я прошли... Мы прошли пока светильники. Вот сейчас мы, видишь, попадаем в какую-то... Вот, кстати, это уже кухня-ванна. Это просто ванна, да? Что? Ванна? Там мапа, где мы. Да. Короче, мы прошли светильники. Вот сейчас мы попали в ванну. Идем, ищем. Мне нравятся вон все зеркала. Со светом. Зайка, ты не хочешь вот такой вот... А зачем? Над унитазом шкаф. Да, ну, чтобы хранить в нем какие-нибудь вещи. Саша, извиняюсь, чуть не растоптался. Чем меньше мест хранения, тем меньше хлама будет. Симпатичный этот, да? Угу. Сколько стоит? 700-709. Смотри, какой красивый пенальчик. Угу. Мини-дорогой. Маргон какой-то. Он с этим с умывальником. Видишь, там тоже шоколадочки сделаны. Да, милый. Ну, попробуй. Так, ладно, ванна нам не надо. А? Это спальня пошла? Подушечки.
какие-то стулья, но это не такие стулья. Нам такие не надо стулья. Ну мы потихоньку ладно. Куда-то идем, куда-то же дойдем. Лестница вот бамбуковая. Я хочу что ты хочешь? Жалюзи, шторы, декоры, подушки. Ну, посуды нам не хватало. Как раз, да, Зай? Не хватает, придется купить. Нам надо с таким набором. Сколько у нас такой набор стоит? На 18 предметов. А сколько стоит 18 предметов? Вот кто-нибудь подскажет? 24? Ну, очень неплохо, $24. За раз, два, три. 18 там написано. А сколько это? Мама сказала $24. Где мама увидела цену, я не знаю. Откуда ты, Зайка, знаешь, что он $24? $24.99. Там написано 18, а здесь я вижу 9. То есть это надо удвоить? 25. Ну, прикольно. А это стекло, фарфор или пластик? Мне кажется, там еще на стекло. Зай, смотри, 4, да, пиалки стоят $4.99. Четыре вот таких тоже 4.99. Почему так много вещей? Они там что-то 99. Такие цены. А вот смотри, белый наборчик этот, смотри. Сколько у него цена? Дайте я посмотрю. О, вообще $20. И сколько предметов? 18 предметов. Ну вот, приезжай в Икею сразу, покупай набор посуды, да? Зай, кто что у нас спрашивает? Без проблем. Короче, в принципе, посудный вопрос в Икее решается по очень хорошей цене, да? Пошли вон еще ложки-вилки глянем, Зайка. Мне нет. Мне как-то этот зеленый цвет не нравится. Мне бы понравился яркий зеленый. В общем, такие сладенькие цены в Икее на посуду, я вам скажу. Очень даже интересно. Так, ну давайте глянем ложки-вилки. Где посмотри. Набора 4 штучки, 99 центов стоит. Сразу, когда мы вышли из пола в LA Fitness, я начала кашлять. Зайка, я думаю, ты начала кашлять до того, просто у тебя совпало. А что вот это вот, смотри, матовые? Mm-hmm. Мне очень нравится. Или не матовые, такие как полуматовые. Сколько это, 20 штук? 39. 39? Да. Ну, немножко, как бы, я бы сказал, что это не бюджет. Блин, Катарина покашляла, я начал. 40, я бы сказал. Это 44 с налогом. А это вот не матовый, да? Все матовые, красивые. А не матовый такой же $30. А попроще? Это совсем простой. Сколько будет стоить вот этот? 14.99. Такая ячейка, как от яиц. Коробочка. Ну, короче, вилки, ложки от $15 набор. Ножики. Ну, это совсем такие ножики. Мне кажется, какие-то. Совсем какие-то. Ну, они стоят $4.99. А вот за $7.99 можно купить абсолютно простой набор. Вилок, ложек. Блин, сейчас мы его посмотрим. С пластиковыми ручками какими-то. Нормально. Всего $8. Вот она как выглядит.
Ну, мне кажется, лучше сразу купить хороший набор. Дети, дети, это вилка тому, кто не наедается. Я не понял, кто что выбирает. Вот можно поднос купить, в столовую ходить. Только в столовой всегда были прямоугольные подносы, а этот квадратный. Зачем таких? Лучше давай вот такую побольше возьмем. Но она белая снаружи, мне не нравится. Да я покажу цены, что почем хотеть с мячом. Ну такие, как я хочу, 12. Они какие? Что это? Дерево, бамбук, пластик? Из бамбука, да. Дерево, бамбук, короче. Короче, почитайте, я без очков не вижу. Зайка мешает. Хотела помочь. Вот, почитайте. И узнаете, что это такое. В общем, кухонный отдел продолжается. Вот, наверное, вечно зеленый набор пластиковых. 5,99, и цена не меняется. 5,99 он стоил, да? Короче, когда мы жили в Беларуси, нам мой коллега с работы привез такой набор из Польши. Он у нас... Мы его не завезли сюда? Ну, в общем, это интересно. Это прикольно. Так, кастрюли, ножи. Ножи не хочешь тут посмотреть? Разделочную доску хочешь? Он тут. Разделочная доска за 20 долларов. Ну, так ты же хотела новый чайник какой-то или что, смотри. Чайник не там. Зай, я не знаю, где тут, что я тут первый раз, вернее, второй. Мы просто идем. На, сушилка для посуды, видишь? Вот ищи сушилку для посуды. Смотри, вон какие хорошие стоят. Нет, Зай, мы пластиковую не берем. Я просто смотрю. Просто смотришь? Покажем. Просто сколько стоит? Я думаю, это... Нет, это для мыла дешево. Вот, 2,99. Слушай, Сереж. Это безвозмездно? 23 доллара? Ну, прикольно. Walmart обувал нас в лапсе, продувая нам по 15 долларов. Либо... Короче, дети, расступитесь, пожалуйста. Смотрите, показываю вам интересно. Вот такая вот сушилка. 3 доллара. И поднос для нее. Короче, 2 доллара. 3 доллара. Итого 6 долларов. А в Walmart это будет стоить от 15 долларов. Так что IKEA по некоторым ценам рулит. А мы хотим себе стальную, но мы не видим, ну, да? Пойдем там, вот, может, еще где-то. Вот тут вверху ничего мы не... Ага, это для запекания, это не то. А вот эти вот такие не подходят нам, большие? Да, высокие? Нас оно там, во-первых, не станет. Поехали. Это нам не надо. Ой, ну вот куда посмотреть. Хоть посмотреть, как кто-то смотрит. Дети хотят зубную щетку купить. Или спину чесать. Но там еще какой-то недоэтаж есть. Так, короче, мы опять в какие-то пришли. Декоры, цветы и прочие шляпы. Мне кажется, нам надо еще на какой-то этаж подниматься. Пойдемте наверх тогда. Пойдем? Может, поедем? Поедем. Саш, мило, мы покатаемся на эскалаторе. На лифте мы подниматься не будем. Ну, пошли на лестницу. Есть лестница, вперед. Короче, это очень огромный магазин. Это здесь нет, это кухня. Я уже устал в нем ориентироваться. Мои ножки. Опять кухня началась? Нет, подожди, здесь вон какие-то столы-то... Это кухонные столы. Давай винный стол. Винный? Сразу как у нас появится винный погреб, сразу купим винный стол. Нет, это все кухня. Ну тогда нам это куда? Пошли, это барные столы, кухонные столы. Стулья, шкафчики, короче, всякая кухонная утварь. Нет, дети нашли какую-то карту. Так куда нам-то идти?
Пошли, Антоша. Marketplace. Это мы сразу были вот типа на первом, да? Нет, а вот, да, second floor. Сейчас мы типа на третьем. Мы пошли. Не, у меня уже голосовала. За что? Я цен. Надо было поставить им двойку, что ничего не понятно. Дети, пойдем сюда. Не нравится? Нет, мне надо было написать, что не нравится тот самый. Ориентация. Так, пошли, вот еще кухню досмотрим. Я хочу кухню посмотреть. Мебельная, да? Ну и что, вдруг мы увидим что-нибудь? Холодильник, например. Шкафчик. Вон, кстати, вон стоит сушилка, смотри, такая, не такая, а сушилка стоит. Зайка, это не сушилка. Это сторож. Да? Ясно. Мне кажется, у нас останется, ну все, здесь. А это вот шкафчики. Можно было бы сделать так. Ну давай посходим, посмотрим, что тебе жалко, что ли. Вау, как здесь всего много. Ой, мне вот такое нравится. Класс, да? Я бы сидел, пил кофе, ты бы мыла посуду, а в шкафчике бы что-то красиво стояло. Я не умею мыть посуду. Зайка, мне вот этот шкафчик нравится. А ты не хотел эти сны кушать, шкафчик красивый? Ну, ты можешь закрыть за дверь. И опять в спальне? Блин, мне вон та кухня нравится. Что, нашла кровать мечты? Нет. Со столом? Которая не очень понравилась. Очень не хочет его просить, потому что она дорого стоит. Вот это? Это очень мягкая. Она не рабочая. Блин, мне вот эта кровать нравится, дети, как вам? Мне она нравится, я бы была... Ну, мне тоже, мы можем открывать. Уже там маленький офис стиль. Антоша, потолок не теребил позвоночник. А сколько? $300 стоит? Ну. А как? Нет, наверное, double-decker. Ну, смотрите на это. Короче, это спальное место с маленьким офисом, да? А зачем нам это? А кто где спать будет? Ты будешь спать в кресле? На полу. На полу? Да. Оригинально. Не, вот эта кровать интересная, но... Да. Вот, вот, вот куда мы шли, правильно? Сереж, не сюда. Ну, пошли посмотрим здесь. Смотри, вот же начинаются всякие тумбочки эти. Вот мне, например, вот это нравится. 229. Но она нам не подойдет. Сейчас посмотрим, вот эти люди отойдут. Вон тот пенал тебе не нравится? Он высокий. Это не то. Это не то. Это все не то. Ну, это... Короче, это пока... Это похоже на то, что мы хотели, но немножко не то. Двигаемся. Но это уже, видишь, начинаются какие-то шкафы, и сториджи, и прочие дела. Что? Ну, сориентируйтесь, куда нам надо. Я немножко смотрю в телефон, немножко смотрю по сторонам и ничего не ориентируюсь. Ага, теперь мы посмотрим. Я не хочу. Я бы тут спал. Ты бы тут спал, Сашка? Ложись, поспи, пока мы походим. Идем, сейчас заберем. 169, это написано bed frame, то есть это без матраса. Матрас отдельно надо покупать. Я кое-что хочу посмотреть там, зайка, и тебе показать. Мне нравится, как сделана подсветка вот в этом шкафчике. Мы можем себе так же сделать. Что тебе нравится? Как скейт висит? Ваши скейты стоят в гараже, и вы ими не пользуетесь.
женщина, пока занимает место, я хочу вернуться к этому диванчику. Ты не хочешь? Нет. Он маленький. А? Маленький? И столик мне вот этот нравится. Да, какой интересный, сколько он стоит к дивану такой? $30. Мне это нравится. Интересная тема. Угу. Мне нравится. И его, зайка, смотри, его можно, наверное... 779. 779 диван стоит? Мне это просто на липучку. Саша, это трум нравится.